Более 1,5 миллиона рублей собрали тюменцы на благотворительном счете для пострадавших жителей Курской области. Кроме того, регион отправил нуждающимся несколько грузовых машин с вещами первой необходимости. Сбор гуманитарной помощи продолжается. В региональный центр «Семья» представители различных организаций привозят бытовую технику, микроволновки, термопоты, чайники. Закупили теплые вещи для детей. На сбор помощи активно откликнулись все районы юга Тюменской области. Неравнодушные жители пишут послания и разделяют общую беду. За последние несколько недель из Курской области в наш регион эвакуировались 10 человек. Пока люди переезжают к своим родственникам, но в Тюменской области готовы и к встрече организованных групп. Пострадавших ждут в 13 пунктах временного размещения. Более 500 мест развернуто для курян. Каждому готовы предоставить комнату, питание и психологическую помощь. 575 мест на сегодняшний день уже подготовлено. Мы не изменили практики своей, опять же, возвращаясь к гражданам, которые ранее пребывали с территории Украины. Это частные наши гостиницы, наши партнеры, которые нам очень сильно хорошо помогают. Хорошие условия, трехразовое питание. У нас они проживают в отдельных комнатах, по семейному принципу заселяются.